Доброе утро. Сегодня в гостях утреннего шоу «Запускай на Sky Radio» Макар Тимофеев. Он научит нас жонглировать мячиками и расскажет о том, как стать добрым человеком. Вообще, жонглирование по радио – это сильная вещь, хотя бы вот хорошо видео можно для блога снять. А ты какими еще предметами можешь жонглировать? Еще умею жонглировать дьяволом, это так называемая йо-йо китайская, то есть большая катушка, которую можно различными способами подбрасывать. А бензопилой работающей можешь? Не пробую, я думаю, что получится. А я видел, еще фаер-шоу вы тоже делаете. Да, делаю. Это уже другая немножко. У нас пожарная безопасность. А что ты с мячиками? Надо было фаер-шоу сегодня показывать тогда. Все нормально, что, блядь, так гулять. Как говорится, один раз бы сняли видео и сразу бы в новости. Смотрите. Да ты прирожденная просто, да. Молодец. И главное, поймала, что самое интересное. Потрясающе.